Друзья, привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня на обзоре будут ароматы парфюмерного дома Герлен, который у меня есть в коллекции, который я просто обожаю. Итак, я начну с своего парфюмерного «Я». Это мой аромат, самый-самый любимый в коллекции, аромат «Кувьер Белуга». Это уже второй флакон. У него вот обычное оформление, потому что в бутике можно выбрать крышку, и вот эту вот печать. Ну, у меня обычное оформление. Это вот такой прекраснейший аромат в красивом флакончике. Вот здесь вот такая вот пчелка. И что здесь у нас по нотам? Это танжерин, альдегиды, это бессмертник, пачули, ваниль, замша, гелиотроп и амбр. Я очень обожаю этот аромат, потому что он такой грациозный, аристократичный, очень красивый. Его я люблю носить больше всего зимой. Его можно надеть и на какие-то встречи деловые. И этот аромат, который успокаивает еще меня. Он настолько красив, он расслабляет, с ним хорошо и отдыхать, и пойти в ресторан. И этот аромат просто для меня, этот аромат любовь к себе. Я его не надеваю тогда, когда хочется для кого-то пахнуть как-то красиво или сексуально. Это вот так, как хочется мне пахнуть для себя. Вот в этом аромате я сама от себя кайфую, я его просто обожаю. И в прохладную погоду он мне очень сильно нравится. Следующий аромат, который у меня есть в коллекции, это вот этот вот аромат Танка Империаль. Здесь уже я в бутике выбирала себе и крышечку. Я неспокойно дышу к розовому цвету и вот выбрала розовые веревочки. И мне сзади написали то, что я хотела. Это First Time in Paris. Я первый раз была в Париже со своим мужем, и он мне сделал такой прекраснейший подарок в бутике на Шамп-Элизе. Так он понравился. Он очень у меня тоже любимый, но он уже, если, наверное, Кувьер Белуга, может быть, для меня создает ощущение праздника. В общем, я его ношу очень часто зимой, в прохладное время года. Он у меня появился в 2021 году. В марте. И вот, ну, не прям так много ушло. Ну, его много и не надо, потому что он достаточно... Он не плотный, но он все же стойкий. И он роскошный, он согревающий, ласковый, как кашемировый свитер, манящий. И вот эта вот фирменная ваниль, которая объединяет вот эту всю линейку, которые вообще-то есть и в Кувьер Белуга, и которые вот в этих вот шелемарчиках есть. Здесь это очень так явственно ощущается. Ну, это шикарный аромат. По нотам здесь горький миндаль. Абсолютно не душащий, потому что я душащий аромат не люблю. Ни Кувьер Белуга, ни Танка Империали. Они все очень комфортные в носке. Значит, здесь по нотам горький миндаль, розмарин, бергамот, средние ноты бобы танка, табак, жасмин, также в базе ладан, кедр и сосна. Ладана, к слову, я не слышу здесь, потому что я его не очень люблю. Здесь вот все очень красиво. Он очень подойдет для утонченных особ. Также он подойдет и для мужчин. Этот аромат никогда не будет раздражать. Я не знаю, я сливаюсь с ним в одно целое. Он как будто я так пахну. Но это шикарный аромат. Нотки здесь, я чувствую нотки алкоголя, очень такого красивого, может быть, ликера. Это такой роскошный вот аромат, элегантный. И я также вот чувствую вот эту экстра вкусную нотку ванили. Что еще я хотела бы о нем сказать? То, что вот этот вот аромат, я чувствую здесь какие-то гурманские ноты, возможно, какой-то ликер, который есть в конфетах,
какое-то пралине, но это не какая-то такая сладость невыносимая. Он очень красивый. Просто мега аристократичный аромат самодостаточного человека, который не собирается ничего никому доказывать, никак о себе заявлять. Просто он такой классный сам по себе. Так что этот аромат у меня самый тоже любимый. Ну, конечно, квир-белуга я не так часто надеваю. Он тоже для меня особенный. Я в него влюбилась, в квир-белугу, с первого взгляда. Но вот в этот аромат я тоже влюбилась, наверное, со взгляда второго, как я его попробовала. Я его немножко разносила. И на следующий день мы отправились в магазин его забирать. Он прекраснейший. Это два моих самых любимых аромата. Следующий аромат, который... я очень долго хотела, я о нем мечтала. Это аромат Гурманд Кокин. Здесь 125 миллилитров. И я купила его в галерее Лафайет в Париже. Там есть корнер. И его разливают исключительно вот в такие баночки с пчелами 125 миллилитров. Можно выбрать баночки вот эти. Вот у меня самая дешевая баночка. А еще есть дорогая, она с золотыми пчелками. Также к простым недорогим баночкам относятся белая, непрозрачная, что-то типа фарфора, и черная, непрозрачная или полупрозрачная. Вот такая вот баночка. Или темно-коричневая, я уже особо не помню. По вашему желанию могут написать имя или что вы там захотите. Я вот выбрала название парфюма, что написали. Флаконы эти, точнее, парфюм разливается с больших каких-то флаконов. И вот вам потом выдают в красивой коробочке все как положено. И еще выдают вот такой вот... ну, как это сказать, travel флакончик, чтобы вы переливали и носили с собой. Вот. Так что, кто мечтал и не знает, где найти его, потому что я очень о нем мечтала, я говорю, он находится в Париже, продается там. А с другой линейкой Шарнель, это вот этот кис там есть, и еще какой-то другой аромат, я уже не помню. Вот их три с этой линейки Шарнель остался. Осталось. Так вот, что здесь по нотам? Здесь темный шоколад, какао, ром, ваниль, роза, специи. И аромат раскрывается дорогими шоколадными конфетами с ликерной начинкой. Очень красиво, ну, не громко. Не сказать, что как-то слишком липко. Или шлифово также. Я не могу сказать, что это шлифовый аромат. Ну, такой хороший аромат на холодное время года. Также при раскрытии он дает такие нотки, появляется восковых свечей, очень качественных. Ну, он, конечно, аромат красивый, но столько сейчас уже всяких... классных появилось гурманских ароматов у меня тоже в коллекции. Я должна сказать, что он меня не особо впечатлил. Я даже, можно сказать, покупкой не осталась совсем довольна. Конечно, пока я его не попробовала дома как следует, я была просто, я не знаю, я была так счастлива, что у меня появился этот шикарный флакон этого прекрасного, долгожеланного аромата. Ну, в общем, страсти поутихли, и я попробую этот аромат, конечно, в холодное время года, в холод. Может быть, тогда мое решение изменится, и я в него влюблюсь. Также я хочу поговорить о вот этом аромате. Это Нероли от Ренуар, который у меня вот в такой вот миниатюрке, которая мне досталась в подарок в магазине. Потому что у меня несколько ароматов, кстати, было из этой коллекции. Я много чего покупала. У меня был армянский лес, я его продала. Хотя аромат тоже был красивый, но там были явные такие древесные ноты. Потом у меня был аромат вот такой вот, веселая тубероза. Но мне не нравится тубероза, потому что она была
такая зеленая, но вот эта ваниль, то, что там шикарная, она была тоже в этом аромате и придавала аромату такую тяжесть. И я от него избавилась, я маме его отдала. И следующий вот какой аромат у меня тоже был в большом флаконе. У меня вот такой вот был утнют. Он классный, но я его купила, когда невозможно было достать пробники. Он только-только вышел. И потом, когда я заказала что-то и получила вот этот пробник, я разочаровалась, даже его не открывала, я его продала. Мне, в общем, не особо зашел. Но он очень классный, просто я ут не особо люблю. А так аромат вот этот тоже крутой, но я поговорю о них попозже. Сейчас пока что вот о вот этом Нероли Аутрю Нуар. Этот Нероли просто великолепный. Это такой черный чай. Сейчас скажу, что здесь по базе. Это петит грейн, бергамот, танжерин. Чай Нероли, цветок апельсина, дым, базовые ноты, ваниль, мирабензоэр, амбра. Для меня это черный чай и Нероли. И опять-таки, это герленовская ваниль. Очень красиво раскрывается ранней весной. Ну, вообще, так красиво раскрывается. Просто очень вкусно. Вот этот зеленый, ой, то есть черный чай, он просто великолепный и очень вкусный. Летом же вылазит какая-то очень интересная копченая нотка. И вот эта вот копченая нотка, возможно, это ладан. Я не знаю, так он, по-моему, не заявлен. Но вот какая-то вот такая нотка дыма. А, ну это дыма, вот. И она вот такая вот в ноздрю как будто пробивается. Но это мне не очень такой эффект понравился, если честно. А так аромат на раннюю весну, когда так еще прохладно. Или же это какая-то нехолодная зима. Очень красивый, потрясающий. Я тоже думала купить флакон, но потом мне подарили миниатюрку. И я пока что вот перевела вот в такой вот флакончик. И пока что не буду думать о покупке. Но вот когда кончится, я, может быть, и куплю, а может быть и нет. И перехожу к следующему аромату. Это аромат вот такой вот Шалимар ванила планифолия, которая мне досталась просто тяжелым трудом и потом, потому что нам пришлось с мужем за ней ехать на край света в 5 часов на машине, чтобы купить этот великолепный флакончик. Вот. Они уже были везде распроданы, сейчас на них цена вообще какая-то космическая. В общем, кто у себя имеет в коллекции, я за них очень рада, потому что это просто шикарнейшая ваниль. Мне кажется, это самый красивый Шалимар, который только когда Герлен выпускал. Прекраснейший аромат. По нотам здесь всего лишь ваниль и мадагаскарская ваниль. Ну, это, конечно же, ретро, но звучание очень и очень дорогое, очень красивое. Как я уже говорила, для меня самый красивый аромат линии Шалимар. Также вот в холод раскрывается аромат такой ванилью шоколадной. Тоже так красиво. Если, не знаю, сказала, 2021 новинка, то есть новинка 2021 года, лимитка. Вот. И следующая версия, это вот такая вот версия. Это уже Танка Шалимар 2022 года, лимитка. Здесь пирамида уже идет более богаче. Это горький миндаль, бергамот, ирис, жасмин, самбак, роза, бобы Танка. Ну и, конечно же, это шикарнейшая ваниль Глена. Но вот если их сравнивать, да, конечно же, вот это очень нежный аромат. Он классный. Он более такой элегантный. А вот этот больше поярче аромат. У него и стойкость такая побольше. И ваниль здесь чувствуется достаточно хорошо. И здесь достаточно чувствуется хорошо горький миндаль. Очень красивая пирамидка. Но, как бы там это ни было, это все равно вот направление такое ретро. Но я думаю, для коллекционеров эти ароматы... Они как жемчужины в коллекции. Вообще, вот скоро выйдет версия Ирис.
или она уже вышла, я не знаю, и я ее очень сильно жду, я обязательно возьму к себе в коллекцию. Я думаю, если вы ценители Шалимара, добротных парфюмов, обязательно должны иметь у себя в коллекции, конечно, если вы этого хотите. Такие ароматы, жемчужины, которые украсят любую коллекцию. И, конечно, цена на них будет с каждым годом расти. Я очень рада, что у меня есть эти ароматы в коллекции. Итак, я теперь хочу поговорить о некоторых ароматах, которые у меня есть в пробниках из их бутиковой линейки. Вот у меня есть пробнички, такие некоторые. И вот еще один пробник, это ваниль, как же она называется, сейчас я скажу. Спиритуоз дабль ваниль. Какая-то духовная двойная ваниль, по-моему, так переводится. И это красивая достаточно ваниль, но я хочу сказать, что есть такой аромат, который нирвана называется, в таком вот то ли темно-коричневом, то ли черном флаконе. И я не вижу никакой разницы. Для меня тот недорогой аромат является копией вот этого аромата. Мне он не очень нравится, если честно. Ваниль такая здесь, ну, для меня не очень интересная сама композиция, не очень дорогозвучащая, хотя я знаю, от него многие просто без ума, но меня он как-то не тронул. Вот я пыталась носить этот пробничек, здесь 2 мл, но, в принципе, я уж как могла старалась его полюбить. Я думала взять флакон, но нет, я не люблю его, он мне не нравится. Следующий аромат, это, который мне не понравился, это Амбран де Ланг. Ну, наверное, я правильно прочитала, но аромат мне этот не понравился. Здесь такой Иланг, ну, ничего интересного, мне было скучно, даже мне нечего о нем сказать, просто он мне не нравится. Потом веселая тубероза. Или счастливая тубероза. Веселая тубероза от Герлена также. И этот аромат, он очень красивый, потому что здесь такая тубероза, она зеленая. И плюс вот эта вот ваниль фирменная, герленовская. И аромат плотноватый. Он по плотности примерно как вот этот вот Нероле от Ренуар, просто как бы ноты другие. Он красивый, хороший, его очень многие любят. Но я просто не люблю белые цветы, вот в туберозу именно такую. Я больше люблю туберозу жвачную. Роз, Шери. Мне не понравился этот аромат, потому что это такая какая-то розочка и травы. Ну, и как-то мне не зашел он, потому что мне вот эти вот травы как-то вот мне мешали. Какие-то вот такие провансанские, такие травы из Прованса в сочетании с чистой, красивой, сладкой, чуть-чуть розы. Ну, не знаю, мне не понравилось. И вот три новинки, которые в прошлом году выходили, это Cherry Oud, Oud Coal и Oud Nude. Cherry Oud, наверное, нет, потому что здесь такая вишня. Все же для меня, конечно же, нет. Это такая вишня с удом. И такого просто я уже много где слышала. Поэтому мне, ну, он как-то, он, конечно, красивый, он хороший, но он меня не тронул. Поэтому я прошла мимо него. Мне безумно понравился Oud Coal. Это альдегиды с удом, но это уже что-то новенького. Вот такого я не слышала. Это просто что-то, когда я попробовала, это что-то очень стильно. Вот давайте сразу флакон. Но я побоялась покупать его все же, потому что я не была уверена, смогу ли я его носить. И вот пробник тоже я прям так сильно не разносила, потому что у меня не было времени на него. Меня отвели какие-то другие новые ароматы в сторону, я их тестировала. В общем, я потом его, о нем забыла, но я его помню все равно. Я хочу такой флакончик, он очень невероятно стильный. И у меня вот был Oud Nude флакон, который я купила. Его так красиво расписывали. У меня был флакон
Ну, я его продала. Просто потому что я отсюдом, ну, не знаю, не совсем прям так дружу, но это очень красивый аромат. Здесь невероятно красивый миндаль такой. Раскрывается миндальной пудрой. Он великолепный. Чем-то мне издалека напоминает букет «Идеаль» от Ксержов, ну, Казамарати. Но все же здесь по-другому, как-то более так может быть. Может быть, более интереснее или что-то даже может быть новое. Ну, классный вот этот. Вот тут нют, он просто великолепный. Может быть, когда-нибудь я и его возьму. Дело в том, что я живу в теплых краях, а я думаю, все-таки он для более такого холодного времени года. Ну, в общем, я его хвалю, он классный, вот этот вот нют. На этом я заканчиваю свой обзор на ароматы Герлен, которые есть у меня в коллекции. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч.